Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space 2. В последней серии мы улетели с Ишимуры, собственно, разорвали всю эту колонию на части с помощью гравизахватов. Но сейчас нам нужно спасать Элли. У нее серьезные проблемы со стросом. Я даже не уверен, жива ли она вообще, потому что что-то страшное происходит. Стросы полностью поехала крыша. Так, подожди. А мы тем временем отстрелили спасательной капсулы и улетели вот сюда вот. А, ну да, им нужно сложность поменять, потому что с момента последней записи прошло некоторое время, я включил, оказалось, что я все еще на Шимуре, поэтому я по-быстренькому перескочил до сюда. Короче, как-то забыл я записаться во время последней записи. Ну, в общем, поэтому по-быстренькому добежал. Рейган, понимаешь. Так, ну ладно, давайте осваиваться. Я не знаю, что это рудная платформа какая-то. Да. Это что-то связанное с шахтерством. Жди своей очереди. По очереди они заходили сюда, похоже. Досмотр какой-то был. Возможно, объект был секретным или что-то, я не знаю. Для чего это вообще было. Так, ну здесь, как мы видим, продолжается весь этот кошмар. Что, собственно, неудивительно. Так, ну и что, давайте осваиваться. Ох, там сколько всего нехорошего. И хорошего тоже. Подожди. Я ж, по-моему, живой. За дверью нехорошие звуки, я не говорю туда бежать, но все-таки придется, конечно же. Что поделать? О-о-о-о. Я знаю, что мне тут пригодится. Да не так. Эл, вернись, пожалуйста, я все прощу. Странно как-то сработало оно. Ну да ладно. Ой, что-то все не так работает у меня сегодня. Ну, допустим, ладно. Я, конечно, хотел по-другому, но... Хорошо. Нормально. Ах, криво опять. Ну, ладно, пусть стоит. Так, все, по-моему, больше я поставить не смогу. Ну да. Не знаю, надеюсь, поможет нам. Так или иначе. Вроде спокойно, да, пока? Ну да. Молодца. Минус. Так, кишки полетели. Это хорошо. Мины просто выручают. Как-то вот так вот. Я думаю, сейчас нам будет поспокойнее. Ладно. В целом прошло, надо сказать, на удивление неплохо. Отлично. Многие советуют качать стазис, но я как-то не фанат, надо отметить. Хотя, конечно, в определенных обстоятельствах это очень сильно помогает. Нужно будет поразмыслить. Дайте!
Да, блин. Ага. Чья-то конечность прилетела. Да чего все-таки Dead Space кровавая игра? Это офигеть. И все по физике просчитывается. В такие моменты себя даже маленько ощущаешь маньяком. Поманечить в этой игре все возможности. Вот эта пушка меня сегодня просто очень выручает. Мне это радует. Так, но тем не менее, нам нужно спешить. А мы что-то совсем не спешим. Не знаю, как там Элли, но нужно, по-моему, все-таки ей как-то помочь. О-о-о, мне тут не нравится, я вам сразу могу сказать. Так, судя по всему, у Элли более серьезные проблемы, чем я думал. Девушку, похоже, мы потеряли. Это печально. Кто-то мне за это очень хорошо ответит. Так, ну что, нам нужно открыть эту дверь. Для этого нужно разобраться с данным оборудованием. Ой, блин, шарахнуло. Плохо. Первый пошел. Второй пошел. Все нормально. Вроде нормально, спокойно. Но здесь что-то вообще такое ощущение, что... Хотя мы же гравий захватываем по этой области шарахнуть. Это перекорежило все. Так, ладно, аккуратно. Плохое, плохое место. Тут еще прыщей этих куча. Отлично. Так, давайте аккуратнее. Где угодно могут быть. Так, патроны нам любые пригодятся. Завсегда. Еще слышу. Где-то за поворотом. Рудокопы, мать вашу. Во что же вы превратились? Где ты? Блин, он прям рядом со мной, я слышу его. Мне страшно двигаться вперед, но, блин, я не могу его увидеть. А, вот ты. Ну ладно. Готов? Готов. Это тоже в минус. Все, вроде все кончились. Ненавижу этих тварей. Подожди. Там что происходит, что-то что? Мне уже кажется.
Я уже вижу вещи. Что-то здесь мне, надо сказать, совсем не нравится. Блин. Так, что скинуть-то? Здесь мало того, что враги все такие же толстые, так еще и не видно нифига. А, вот, смотри, мы сейчас скинем просто. Отлично. Так, что мы скидываем? Скидываем вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Так вот. Вот так вот. И сейчас еще одну там скинем. На оставшиеся деньги можно понакупить силовых узлов. А можно оставить на новый костюм, но я не думаю, что нам скоро новый костюм дадут. Хотя, как знать. Да пусть пока будет, верно? Запас карман не тянет. Так, подожди, я же не продал эту аптечку. Да чего же все-таки сказывается, когда уставшим садишься? В щи, просто упаханным играть. Элементарные вещи забываешь, потом сам просматриваешь это видео и думаешь: ё-моё, как это вообще возможно было? Но тут уж ничего не поделать. О-о-о! Один тут такой красивый. Так, если что, отступать сюда. Здесь такое место, что подойти будет сложно. Ой, как тут темно. А? Я просто убираю, потому что я сейчас там буду мины раскидывать, чтобы не задело. Ой, блин. Ну ладно. Хреновое место. Ой, хреновое. И темное какое-то же, офигеть. Так, один пошел. Второй пошел. Третий пошел. Четвертый пошел. Так. Куда пятый пришпандорит? Вот так, я думаю, будет спокойнее. Хорошо. В принципе, неплохо так снизу все обложено, потому что есть ощущение, что снизу-то сейчас попрет. Вот это довольно хреново стоит, кстати говоря. Хотя, если будут оттуда переть, они как раз будут на повороте заходить на нее. Ладно. Че это там вообще такое? Понятно.
Мне постоянно кажется, что кто-то ко мне подходит со спины. Это уже нездоровая какая-то паранойя идет. Еще меня раздражает, что не видно вообще нифига. О, сколько баллонов. Ага. Только для технического персонала вход в зал термального сканирования. Вон оно как, Михалыч. Так, ну мы туда никак не входим, да? Тихо. Одна сработала. Вторая сработала. Так, две отработали. Хорошо, это меня радует. Так, мне, так понимаю, сейчас нужно вниз куда-то идти. Вот сюда куда-то. И что потом делать? Хорошо. Ладно. Ладно, сейчас разберемся, короче говоря. Так, вот это вот, по-моему, сейчас придется убрать. А в целом все крайне неплохо поставлено. Скотина. Ты посмотри. Блин, надо просто топтать. Какой в игре все-таки офигительный экшен. Это же с ума сойти. Просто доставляет удовольствие стрелять. Unbelievable. Так. Раз. Два. С вами разобрались. О, как я вовремя. Да блин, откуда? Как мне помогать моя мина? Это же офигеть. Так, ладно, ты стоишь. Отсюда вышел. А второй вышел оттуда. Хорошо. Все сложнее и сложнее идет. Да, где ты? А, скотина. Да, блин. Потратил. Вот это, похоже, бесполезный, да? Ладно, тылы обезопасили. Здесь у нас силовой узел нужен, нет? Нет. Ага, понятно, вот оно что. Сейчас увидите, ребята.
Это уже привычно. Я даже не вздрогнул. Что там отработало? А, вон. Да, помогает. Помогают мои мины мне. Короче, говорят, вот с этой стороны у нас есть какой-то генератор, что ли, со сломанным силовым блоком. А там, насколько я понимаю, где мы только что были, там есть силовой блок. Ну, вы поняли, да? Такие дела. Так. Нет. Слишком много зацепляет. С этой стороны, допустим, все хорошо. Ладно. Ой, что я делаю? Блин, вечно какие-нибудь мини-фейлы. Кто рычит? Откуда ты взялся вообще? И главное, прошел через всю мою систему. Это печально. Видимо, хреново мина поставил. Ладно, все, пора двигать уже. Ой. Ну, ладно, будем считать, что нормально. Не нравится мне это место. Хотя нет, нравится. Че уж врать. Позволяет маленько почувствовать тактику. Подумать, как да че. Такой tower defense небольшой. Хорошо. Сейчас попрут. Ну что, ребятки? Раз. Два. А! Нет, 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 не так. Что ж ты делаешь, Ирод? Вот наверняка же еще будут, нет? Так, ну нескольких хорошо порвало, это уже радует. Да не тебя, блин. Почему нельзя выключать именно ту, которую я хочу? Остальные оставить. Где? Ой, только не вы, а. Он еще идет. Так, ну ладно, допустим, что-то у нас получилось. Пора убираться отсюда. Где? На кого там сработало? Давай покажись.
По кому-то моя мина все-таки отработала, спасла меня со спины. Чей-то труп. Ладно. Да дохни ты уже. О-о-о, ребята. Хорошо, допустим. Патронов, конечно, стало довольно мало. Три штуки всего. Это не очень хорошо. Сейчас у нас могут быть серьезные проблемы. Так, эта дверь так и закрыта. Ну ладно, печально. Самое главное, что мы выбираемся отсюда. Ладно. Как скажешь. Здесь уже, похоже, руду разрабатывали. Тихо. Это что это там такое? Ага. Эй. Да блин. Замануха. Ладно, давайте сохранимся, что ли. Так, ну что ж. Тваря. Живая. А, не то сказала. Офигеть. Они там, по-моему, неплохо развлекаются. Она не сказала, что вырву оба твоих глаза, скотина. Она сказала, ты мне должен глаз, засранец. Такие уж у нас надмозги. Твою, да откуда ты тут-то вообще? О, куда меня? Офигеть, меня... Ты где, тварь? Элли лайд. She won't help. But you will, Isaac. You'll see her after step three. Isaac, he's run off. Deeper into the mines. I've got problems on this end, too. Get somewhere safe. I'll try. Тихо. Это, надо сказать, не самый удачный поворот событий. Да, блин, хватит вертеться. А, блин, да ш... Ладно, мой косяк. Как я вообще мог залететь сюда? Непонятно, но, тем не менее, факт. Так, где ты там? Срань господня. Вот этот коридор не надо, да? Так, откуда вы летите? А, вон она. Сволота. Так, все с патронами. Голяк полнейший. Да, блин, хватит. Все, отъехал наконец. Где мне набрать воздуха ближайшее? Эй, не застревай, пожалуйста. Соседи, как обычно, дрелят. Сегодня я не так уж поздно играю. Сегодня у нас время еще 8 вечера, так что... Ладно, допустим. Так, мне нужно попасть внутрь. Вход перегорожен вот этим непонятным лазером, который нас один раз уже
свинтить успели. Что делать? А, понял, понял. Так. Давай, дорогой, вставай на место. По-моему, лучше как-то вот так вот снизу зайти. А то он сейчас в стеночку упрется, и нифига у нас не получится хорошего. Так, все. До свидания. Один луч ушел. У нас еще 2 минуты на кислороде. Можно продержаться. Это сразу не берем. Ну, короче говоря, процесс действий понятен. Теперь осталось только все проделать это нормально. Без всяких эксцессов. Я думаю, все у нас получится. Блин, я чуть опять не влетел. Ладно, уберем это куда-то вот так вот. Да, хорошо. До свидания. Так, ну все, можно влетать. Что это вообще за шлюз такой? О, тут эти ребятки. Ненавижу. Еще есть. Фу, какая пакость, а. Самое главное, что Эдди живая. Даже здесь вообще можно, что ли, вот так бегать? Ну, хорошо. Так, давайте уже пойдем, пока кислород не кончился. И тут вы. Блин, можно вот. Вы все, да? Хорошо. Блин. Батарея. Я подумал, сейчас облетать как-то наружу придется. Кстати говоря, там снаружи ничего нет. Я особо не осмотрел. Там наверняка силовые узлы были где-нибудь. Ну да ладно. Ты что творишь, Так, ну что, неужто теперь нам дадут кислород-то уже? Пора бы, по-моему. Ну, наконец-то. Ellie, I'm back inside. Where are you? Where's Strauss? I'm safe for now, but he's lost it. I think he's coming for you. I found something you're gonna want to see. Here's my location. Oh, hurry and get here. I'm not in any shape to be fighting. I'll get there as soon as I can. Хорошо, но я думаю, к Элли мы отправимся уже в следующей серии. Как видите, в этой серии мы ее потеряли и сразу же нашли. Хотя заставил нас поволноваться. Это теперь одноглазая девушка. Но я думаю, в их мире медицина шагнула далеко вперед, и протез ей какой-нибудь сделаем потом в будущем. В общем, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.